Садитесь и пойте, мистер Фриман. У тебя ж хилка, у тебя до хрена хп, в отличие от меня. Запись вроде пошла. Что, здесь больше ничего нет, да? А я... Да сдох. А, ты зомби, что ли, был? Ну. Зомби я умею убивать. С Элкином долго вспоминали, что же здесь делать-то надо. Здесь надо этот, как бы, мостик делать. Ладно, правда? А я не знал. А где у нас машинки-то, чтобы мостик делать? Надо кирпичи сюда накидывать. Нет, ты не понял, машины где? А, тьфу ты, ё-моё. Джеронимо! Ой, не попал. Лоу. Ого. Это проблема. Да. Давай. Я бочки испугался. Мне бочка мешает. О, вылетел в свое еду. Да. Далеко ты уехал. А, все. Не, сейчас нам пушку повесит. Ну, надо вот сейчас бегать. Сейчас гидропушку нам дадут. Испытания, по-моему, сейчас будут телепортами, нет? Не-не-не, ты чё? Или это потом? Ты чё? Эй, назад отъедь, Саш. Их припаркуют. И припаркуют. Чё, припаркуют тоже? Так, ломай, круши, собирай. Движок. Я нашел движок. Давай прокачаем. О, бронька. Эй, нету, оставь. Он нам главный фуловый, блин. Нет. Ну, на 10 больше. Сколько? На 10 больше. Откуда ты знаешь? Ладно, я пока посмотрю. Ну, тап нажми, там показано 100 на 70 у меня и 100 на 80 у тебя. Но при этом фрагов больше у меня. Или убийств, не знаю, ну да, 39. Убийств. И смертей при этом больше. Уже. Ну, в этой карте. Нет, не в этой карте, это считается за один конт. Ну, то есть, вот, когда мы оба убираем, это как бы континью полностью. Ну, типа. Ты внутрь зайди, нам же там показывают. Я пинг полтинник. Ну, нормально так-то. Не один вопрос, а где мой? Че потерял? Средство передвижения, я бы тебе сказал, что я потерял. Ну, отъедь, может. А, это мое, что ли? Ну да. Мне кажется, оно потом появится. Во. А у меня нету. Есть у тебя? А, вот, вот сзади появилась. Лол. Вот это я понимаю, вот это по-нашему. Где там вертолет? Вали отсюда. Еще один, что ли? Воу, сзади еще один. Музычка какая-то играет. Ехай. А патроны заканчиваются. Но они восстанавливаются. Нет, я в том смысле, что, ну, перегрев наступает. А. Так, давай зайдем внутрь сейчас сюда, по-бырому. Там патроны соберем. Всё, хрень полезная. Музычка такая. Пышку. Все, что там есть. Хрена я, блин, тут паркурю. Воу!
Ракета прям в морду двинула. Я выжил. Да ладно! Я ж попал в бочку, вроде, нет? Нет. Это все пинг. Бочку, бочку стреляй. У меня патроны кончились. Да ладно. Ну там, едь, короче, и доедешь. Едь, короче, и доедешь. И сейчас, знаешь, такой, пока ты там ждешь, доехал реально. Не, я бы ржал на самом деле, если бы я доехал. А что, ты не доедешь, что ли? Нет. Да ладно. Да, 20 секунд, все, ты что? Я еще только на первом трамплине. А что так-то легко? Ну... Капец. Я не знал, что там конец уровня. Я знал. Слишком короткие они. Ты хоть бы что-нибудь сказал. Ну, я думал, что я появлюсь раньше, где-нибудь ближе, там, не знаю, что тебе доехать. Да, печаль, беда. О, я, кстати, танк уничтожил. На, вот ты где ехал. Ну, ты добил, да, я его нормально так покоцал. Да-да-да. Ну, дал бы мне сесть за это. Выйдь. Зараза. Отъедь назад. Все. Еще подтолкнул, главное, зараза. Это быстрый старт с нуля. ХП себе поднял. Вау, ты видел это? Мочи машину. Я, my leg. Я, это моя нога. Ай-яй-яй. Чувак, слышь. Я, my leg. Это нехорошо. Ай-я. Да я прошел. Я почти попал в него. Пролез чуть-чуть. Кого? Джимана. Там стоял. Мимо. О, а там был секретик. Там был Джимен. Начнем с этого. Там был тайник. Зомби. Ох, сейчас тут помрем. Ну, я-то очень, наверное, помру. Ой. Да, я еще, скорее всего, выживу. Ну, а я еще, скорее всего, выжил. Хотя, да, фиг его знает. Вот это печаль. Я появился с 45 хп. Я появился прямо в жидкости, а моя тачка была очень далеко от меня. Это не есть хорошо. У меня выше не поднимался. Ну. Фу, успел. Я успел сесть и 22 хп. Ты жив? Да. Блин, тут огонь. И как не проезжать? Ай, да что ты его не убиваешь-то? 5 хп, чувак, я попробую выжить. Ты тебе права выдал. Я сам купил их. Все, жду. 60 хп, ну все, еду. Я даже барнакла убью, наверное. Блин, тут огонь. Больно. Фак, да что так больно-то? Так, мое нелюбимое место. Так, ну я выбил тебе дверь, так что можешь сразу по прямой проезжать. Ага, тут ракеты летают. Я в курсе. Правее и в дверь. Да как?
прямо в жбан. Я же тебе сказал правее. Если бы правее отклонился бы, как раз попал бы от ракеты, уклонился бы и туда попал. Да я по нему стрелял. Че, сразу получил? Нет, я, кстати, не получил, что ты смешно. Оу, как мне трясет. Так, похилюсь-ка я сначала. То... Таким количеством хп мне вообще ни о чем. Так, ты там жив? Ну, еду тихонько. Еду, еду, еду. Ты проехал, что ли, в тот момент? Какой? С этим. Может, его лучше взорвать? Кого из? Вот этот. Ай! Вот этот? Один взорвал. Все. Так, ну я думаю, ты помнишь, да, что здесь делать? Да, ворота надо. С той стороны откроешь их? В прошлый раз я это делал. А, и внутри там, кстати, возьми себе хилку из стены. Где? Вот рядом, вот в том вот здании, вот там. Ну, не здание. Вот, вот тут вот. Внутри. Не въехал. Так, хорош застревать. Блин, я как муха в окно. Чё ты как кто? Как муха в окно. Попасть не могу. Долбишься, долбишься, знаешь, в края. А попасть ты не можешь. Да, только муха в края не долбится, она в окно долбится. Я и говорю, как муха в окно. Долблюсь в края, как муха в окно. Так, жду или не жду тебя? Жди или не жди. Ну, ты сам решил. Там, кстати, по-моему, секрет же был, да? Нет, нету. Топился. Бульк. Так, я тоже сбросил запись. Ой-ой-ой. Что с фрапсом? Ага, все. Зараза! Так, сейчас нам надо вертолет будет, потому что... Вертолет! Нет, this is вертолет. Телекоптер. Телек. Просто телек. Так, надо вот эти вот бомбочки сразу взорвать. Так, один раз подбили, отлично. У меня не отображает, не всегда отображаются ракеты. Выстрелы, в смысле? Ну да. О, здесь два вертика. Вот этого надо в первую очередь бомбить. Да, он стреляет по нам. У меня мало хп, очень мало. Давай ты одного, я второго. Пытаюсь, но он пропал из моего поля зрения. Это вновь появился. Меня сейчас убьют. Они оба стреляют, кстати, слышишь? А, вау, что это было? Они оба стреляют. Оба? Это, по-моему, их тут три получается. Потому что один-то точно был надо мной. Не, я видел, что он развернулся и начал стрелять, короче. Так, отъезжаю, жду. Сел? Угу. Поехали. О, броник. О, нифига, тут броники, хилки, слышь. Вон, смотри. Вот тут прям лежат. Да я вижу. Причем немало.
Воу, у меня текстуры лагают. У меня тоже. Ой, я прям у него, кстати, эту взорвал. Что? Что с небом происходит? Ну, у тебя тоже там появились, да? Да-да. Оу, как классно. Оу, у меня там здания вверху летают. У меня там завод в небе, прикинь. Прикинул. Ай-яй-яй. У меня тоже как бы самое. Так, чуть-чуть. У тебя осталось. Тоже как бы самое. Оу! Шесть хп, нет, 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 нет. Живи. Я да почти добил один вертик. Легко тебе говорить, когда они оба поливают. Блин, там были твои, походу, патроны всякие. Вернешь потом. Приватизированные. Над тобой. Уезжай, Дэс, уезжай, уезжай. Уехал. Так, я попробую здесь ключ подобрать. Да, ты задрал. Оп. Так, надеюсь, по мне не припадет. Бум-бум-бум. Такие звуки. В трубе. Бум-бум-бум-бум-бум. Да, звуки, кстати, офигенные. Вау. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй. Что с небом? Что с небом? Где он? Да ладно. А, обои. Ука. Вот ведь пука какая. И как их убивать? Ездой по пересеченной местности. Так, он проедет по этой трубе, там много хилок. Так, где он? У меня все еще лагает. Да, такая же фигня. Вон он. Так, надо где-нибудь сныкаться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Давай, только ты и я, один на один. Боль. Боль. Я не знаю, у меня такое ощущение, что у тебя более защищенная покатушка. Да нифига. Ну он тебя как-то вообще не пробивает. Ну у меня просто хп больше, я 100 на 30 начинаю. Ава! Забиваем, говоришь? Так, я живой. Пока что. Давай, давай, по очереди. Он начал поливать, короче, мне прямо в шпан бомбочка прилетела. Там такой фарш. О, сиди здесь. Ой, как раз за тебя. Че, оно взорвется все? Так, он прям тут. О, отъезжай. Воу! What the fuck? У меня есть идея, давай один будет тут ждать. По одному будем выезжать, вон он летит. Давай, выезжай, я возродился. Давай. По одному, знаешь, как это. А! Надолго тебе хватило, я тебе скажу. У меня 30 хп было, на одно попадание. На два. Так, 3, 2, 1. Ты где-то возродился, скажешь, да? А где тут? А, вот все, я возродился. Так. Боли и страдания. Ой, я еще и накоцал. Он тут летает, короче, я ему напуливаю под задницу. Ай-я-я! Ай-я-я!
Он развернулся и начал по мне стрелять. Там потише, слышь. Все нормально, он улетел. Прикинь, у меня там они в воздухе еще два вертолета летают. В текстурах, в тех. В глюканатах. О, давай, веди, веди их сюда. Пускай он здесь разворачивается, я ему под задницу. О, попал. У него бомбанул пукан. Сейчас главное, чтобы он у меня не бомбанул. Так, ну! А, по мне будет стрелять. Нет, по тебе. А, нет, 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 нет! Твоя очередь выезжать. 15 хп. 20. А тут нету отсчета. О, у тебя, кстати, пинг 35 стал. Да, получше. А чё, время 12, да? Да, видимо. Выезжай. Да, без 20, все, у меня скорость просто поднялась. Чё, где? Может, ты умрёшь? Ща, подожди. Я маленечко всё-таки вылью свинца. Давай, 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 попробуй по мне попади. Это все, на что ты способен. Оу! Живи! Ты угораешь, что ли? Я как-то не ожидал, что он мне так быстро снесет все хп. Все, можешь умирать. Не-е-е-е. Сейчас. А, ну тогда я тоже выезжаю. Не-не-не, не выезжай, ты чё, у меня на одно попадание. А, вон. Вау! Небо светится яркими лучами. Слушай, да сколько у них хп, ё-моё? Ещё до этого, по-моему, шустрее. Е, броня. Чуть-чуть брони. Чуть-чуть брони добавляют хп. Угу. Фак! Пытаюсь. Вон там эта хилка. Я твоих вообще звуков не слышу. Хорош! Не-не-не-не-не, только не сейчас! Броня! Отлично. Я возродился. Е-е-е, детка, я снова живой! Я почти убил его, кстати. По-моему. Да я там тоже уже столько посадил. Моя рука! О, у него что-то отвалилось опять. Моя нога! Эй, ты что такой меткий стал? Бомба! Броня. Да! Все. Минус один. Второй мой. Так, и что дальше? Подсказка. Подсказка, смотри. А, вон. Чувак, нет. Сюда, смотри, подсказка. Чё там? Залезть надо? Да. Блин, у меня трава по небу летает. Трава по небу летает. Он когда стрелял, у меня все небо было в таких полосках. Наглёшь.